Итак, привет, дружище, добро пожаловать на большое, долгое видео по прокачке силы на моем аккаунте. Будем качать прорыв, будем качать супер питомцев, накопленные ресурсы, будем качать судьбу. Я надеюсь, там есть что покачать. Что еще будем качать? Скины будем качать. Все будем качать. Потому усаживайся поудобнее, располагайся, заваривай печенюшки, накладывай в рот пельмени, и все у нас с тобой, дружище, будет хорошо. Ты, главное, княжеский лайк поставь, подпишись и не забудь зайти в мой телеграм-канал. Может, что-нибудь интересное найдешь. Но, по крайней мере, не будешь пропускать стримы и какие-то видео. Огромнейшее спасибо вам, ребят, за поддержку. И отдельное спасибо тем, кто оформляет спонсорские подписки. Ну, а мы погнали. Я рад, наступил этот день, елки-палки. 961 тысяча силы. Поставь видео на паузу. Я тебе сейчас, давайте сделаем маленькую викторину. Я сейчас покажу количество ресурсов. То есть, и вы попробуете предугадать в комментариях, какую силу я смогу себе поднять. То есть я прокачал двух новых героев, это Берсеркера и Леди Божество. Там 10-й прорыв, остальное прокачал как мог на максимум. У меня сила поднялась что-то около 15 тысяч. Да, было что-то 945, 946, теперь 961 тысяча. Вот, сейчас я вам показываю свои... О, вот кто-то подписывается сейчас, вы слышали этот звук? А ведь можешь и ты подписаться, дружище, если не подписан. Я вам сейчас покажу ресурсики. Вот, вы в комментариях, только честно, я на тебя надеюсь, мой милый друг, только честно... Пишешь твои предположения, сколько я подниму силы. А потом, впоследствии, ты уже в конце видео посмотришь, чё, как у нас получилось. Вот я листаю, 25 тысяч этих камней. Главное, чтобы книг хватило. 4 тысячи. Вот, короче, это то, что связано с питомцами. Дальше. Какие-то моменты, наверное, из видео я буду вырезать, какие-то моменты оставлять. Да, также мы сегодня откроем ништяки, друзья. Вот такие вот ништяки. Давайте их сразу, наверное, и откроем. Кто досмотрит видео до конца, тот молодец. Вот, прям красавчик. Так, это мы тоже открываем. Тут, ну, тут ерундистика. Так, здесь тоже открываем. Окей. Дальше это тоже открываем. Окей. Это мы открываем. Фигня. Ну, тут тоже... Воу-воу-воу. Какие карточки мне выпали. О, божечки, я весь потек. Я весь потек. И штанишки мои стали мокрыми. Ну, здесь вот тоже. Вот все ресурсы, что я здесь получаю, они, по сути, мне уже не нужны. Ну, да, единственное, кроме книг. Кроме книг. Но их, как вы видите, упало достаточно мало. Так, теперь эти сундуки открываем. Вот здесь уже книжечки. Здесь уже книжечки. 200, 100... Значит, 300 книг упало. Мало. Хотелось бы, ребята, больше. Идем дальше. Тут скины, не скины. Ну, там уже вроде на максимум прокачано. Ну, и тут тоже как бы нету нужного добра. Так, это мы открываем. Что тут? Камушек один прикольный. Это мы открываем. Тут скины, да? А, тут даже скины на здание. О, боже, это прикольно было. Да, вот куда-то пропали эти ящики со скинами на здание. То есть они не продаются. Раньше можно было их собрать в «Собери сам». Но я что-то упустил момент и слишком мало этих дешевых паков купил. Так бы себе здание уже давным-давно все на максимум прокачал бы, и сила бы была совершенно другая. Потому что когда ты за скины качаешь здание, сила прям вообще просто жестко прибавляется. Так, открыли все ништяки. Воу, бугимен. Так, тут полнейшая ерунда. А, ну здесь атака фортов, невероятно актуальная награда. Вы можете, ребят, наблюдать. Ну, как бы... Ой, что это у меня случилось? Это у меня, извиняюсь, это у меня уже стойка микрофона с ума сходит. Так, все, ништяки открыли. Так, с этим, ребятушки, все хорошо. С чего мы начнем? С чего мы начнем? Мы начнем, пожалуй, с того, что всем допам, ну и не только допом, кто остался, докачаем прорыв до 10 уровня. Потом уже, если какие-то ресурсы останутся, будем уже докачивать остальным. Как это будет происходить, я, наверное, это дело все промотаю.
Ну, как бы вот просто берем, заходим в воспламенение, ставим авторежим и ждем, пока 10-й прорыв прокачается. Может, что-то я промотаю, может, что-то я оставлю. Вот, там, нажмем хлопок. Так, у меня было 960 тысяч силы, да, мне хотя бы самому, знаешь, запомнить количество силы, друзья. Блин, ребята, я реально в шоке. Я не знаю, сколько времени потратил, но потратил время немного, плюс потом пошел еще дочку покормил. И в целом это час, наверное, заняло. Докачал я прорыв. Первое, что меня реально удивило, это, во-первых, то, что я набил 996 тысяч силы. То есть я, ну, как бы, конечно, мечтал о том, что я сегодня прокачаю миллион силы, но я не ожидал, я особо даже не надеялся. Я предполагал, что, может быть, там максимум 990 силы будет, но нет. Смотрите, уже 996 тысяч силы. И плюс еще одно мое удивление. Я думал, что мне хватит этих камней, чтобы докачать всех допов на 10-й прорыв. Но их не хватило. Я думал, что вот докачаю допов, и потом у меня еще останутся ресурсы взять, долбануть там каких-то основных героев. Но нет, ребята, не получилось. Вы спросите, почему именно допов я прокачивал? Все очень просто. Если бы я, к примеру, взял определенного одного героя и решил бы ему долбануть максимальный уровень, то есть не просвета, извиняюсь, может, оговорился, прорыва, то столько силы я бы не прибавил. А моя задача набить силу, потому что в гильдии своей, в топовые хулиганы, если что, ребята, вступаем к нам в гильдию, не знаю, мы сейчас... топ-1, да, получается, вот, вступаем, всех ребята ждем, ну, как бы, я был последний по силе, мне надо поднять силу, я не хочу подводить гильдию, но это не все, мы, ребята, не останавливаемся, дальше надо просмотреть скины зданий, потому что, может быть, где-то что-то уже как-то, как бы, уже можно прокачать, да, ну, хотя я сомневаюсь, конечно, но если где-то есть какие-то лишние скины, то это будет, конечно, невероятно круто. Но в целом я смотрю, что как бы нет. Что как бы нет. Так, смотри, да, не хватает. Вот, знаете, если где-то у вас что-то там, скины на здание есть лишние, или там по дешевке в акции выкатились, берите смело, по той причине, что вы можете себе нормально на пустом месте бустануть силы. Но, к сожалению, у меня сейчас этого, конечно, сделать не получится. Но у нас еще много сегодня, ребят, рычагов. Можете в комментариях начинать меня поздравлять, то, что я прокачал миллион силы, хотя я еще не прокачал. Далее, мы не останавливаемся, мы заходим сюда, ладно, со зданиями у нас как бы все грустно. А дальше, скины, ребята. А, вот, облики. Смотри, улучшение, вот тут я могу улучшить, да, конечно, силы прибавляется мало, но, ребята, почему бы и не, да, то есть, копейка рубль бережет, как говорится, так, все равно несколько сотен единиц силы я сейчас прокачаю, так, замечательно. Так, космо, окей. Так, тут трифит. Ясно. Ну. О, седна. Иди сюда. Чё, всё, что ли? А нет, не всё, ребят, смотрите, одержимый. Дальше заклинательница на максимуме. Так, ой, ребята, тут еще качать-перекачать. Есть. Так, ну, как бы, видите, я качаю этих питомцев. А по факту все равно у меня тут, ну, до миллиона я, грубо говоря, не дошел. Но теперь мы берем и проверяем у всех судьбу и пытаемся всем качнуть судьбу. Здесь я не могу, потому что, ну, реально не хватает. Здесь тоже. А может быть я не сильно... О, могу лесу улучшить. О, божечки. Ай, серьезно? А, ну, да, то есть мне, вот, видишь, буквально этих блатных камней не хватает, чтобы ее качнуть на максимум. Еще двух не хватает. Ладно, не суть.
Ну, все равно-то силу я свою прокачивая получаю. Так, смотри. Оккультиста тоже. Бам-бам-бам-бам-бам-бам наверх. Смотри, сколько сил. Уже 997 тысяч. Подожди, и самое главное, мне книг хватило. Меня тоже это вызвало удивление. Конечно, если бы я вкладывался там в одного героя, то мне определенно книг не хватило бы. Так, 300 книг продаем, получаем много значков почета и качаем судьбу. Так, здесь мы не можем, здесь мы не можем, не можем, не можем. Здесь не можем, а вот тут можем. Так, тоже, смотри, под сотку. Ну окей, у нас тут судьба конкретно закончилась. Тыква у нас на максимуме, мое почтение. Так, пришла очередь ледяного феникса, 998 тысяч силы сейчас будет. Да, и мы снова уперлись в нехватку этих камней. Я понял. Ну ладно. Так, здесь у нас нехватка судьбы, нехватка судьбы, нехватка судьбы, нехватка судьбы. Везде что-то, конечно, грустно, да, когда судьбы не хватает. Опа. Так, обмен. Обмен, давай сразу, я не знаю, куплю штук 100, чтобы не париться уже, окей. Так, а, стой, а вообще они мне не нужны, у меня столько повторок. Вот, окей. Все, отлично, качаем. Ворожею. Ворожейчик. Так, слушай, ну с синими камнями у меня тоже проблем нету. Уже 998 тысяч силы, по чуть-чуть мы идем к цели. Но это будет такое, знаете, одно из самых трудозатратных видосов. И еще, к сожалению, знаете, то, что оно поздно выйдет. Так, кого мы там ворожея качали, да? Потому что пока смонтируется, пока выложу, там уже и битву гильдии надо начинать. Так, дальше. Окей, повторки этого говна у нас есть, давай. Просто 990, так, уже идем к 900, короче, мы уже близко, ребята. Мы уже близко. Так, повторки есть. Давай используем. Мы уже близко. 999 тысяч силы, друзья, у меня. Так, 999 тысяч. Смотрите, бульдозера могу на максимум качнуть. Вон оно как. Так, смотри, могу прокачать достаточно неплохо черепа. И сейчас у нас уже скоро, совсем скоро будет миллион силы, друзья. Так, опа. Да! Все, ребят, можете поздравить. Миллион! Миллион силы! У-ху! Блин, мог бы хайпануть на этом миллионе силы в названии, но я же вас в начале видео попросил предугадать, сколько у меня будет силы. Поздравьте, ребята, выполнил ачивку свою. Вот, выполнил ачивку, и я, конечно, совершенно, абсолютно рад. Вот ура, как говорится, ёлки-палки. Спасибо тем, кто за меня болел. Вот, все. Так, миссию свою выполнил. Но мы не останавливаемся. Надо посмотреть, что у нас там получится. Так, значки почета закончились. Слушай, сейчас они будут вылетать, конечно. Так, это сколько? Ну, давай, я не знаю, 300 книг продадим, да? Окей, осталось 2600 книг. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так, где у нас? Мы черепы качали, да, судьба? Вот, все, закончилась судьба. Дальше листаем. Ниндзики, почему бы и не да? Да что ж оно все так кончается? Причем так жестко, так быстро все заканчивается. Ну ладно. Давай. Идем дальше. Я думаю, возможно, этот момент я тоже вырежу. Промотаем. А может, не промотаем, может, просто ускорю. Не знаю, ребят, как поступать. Чтобы видео не было супер длинным. Может, даже вообще прокачка питомцев, прокачку питомцев тоже отложить на потом. Ну, даже на сегодня я конкретно уже не успеваю. Что-то я не думал, что это будет ну так долго. Понимаете?
что я не мог себе этого предположить, я вам даже скажу. Слушай, ну нормально идем, нормально. Уже миллион и миллион и тысяча силы. Прям замечательно. Да, мне ж надо еще супчик успеть поесть, да. Да, ребята. Так. Оп. Что у нас тут? Требования. Окей. Идем дальше. Тут у нас друид. Да, без базара. Качаем. Качаем друида, друзья. Качаем друида. Давайте, наверное, это все вырежем, перемотаем. Короче, ребята, можете поздравить, елки-палки, все, у меня закончились эти камни, вот эти вот камушки. Так мало того, у меня еще и синих кристаллов-то, по сути, осталось 13 миллионов, то есть, и брать их неоткуда, так как все залежи, все запасы я продал. Но, ребят, не останавливаемся, пытаемся все успеть. Так, лям и 10 тысяч силы, друзья. Что нам еще остается? Это, конечно же, супер питомцы, друзья. Супер питомцы. Давайте проверим простых питомцев. Там как бы... я не знаю. Что там? Ну, вот это, да. Ой, маны не хватает. Еще и маны нету до кучи. Господи! Так, давай. Заходим. Сначала простых питомцев проверим. Короче, просто за счет... Ну... Я не знаю, я в шоке. Силы прибавил сегодня. Прям вообще. Прям хорошо. Так, тут все. Ладно. Теперь переходим в простых питомцев. Так, это мы забираем. Окей. Ставим фиолетовое яйцо. Я сказал, я уже все. Я уже промахиваюсь. Супер питомец. Давайте их пытаться качать как-то более-менее... ровненько, да? Так, что нам надо? Нам надо выбить нового. Это у нас этот львенок, не львенок. Так, рост. Здесь. Давай вот так вот используем. Дальше. И где-то у нас этот новый питомец. Вот он есть. Можем его паролить. Да, у нас там сколько? Сколько попыток? Так, давай это берем, используем. И каждый раз надо, да, включать? Окей, ну понятно. Так, давай. А, ну и как бы и все. Ну давай, вот 5000 почти есть. Рост. Давай посмотрим, что мы там навыбиваем. А, это вот так вот, да? Печеньки. Ну, печеньки это, конечно, хорошо. Но, давай, сразу, моментально смотри. Ой, не туда. Питомец. Так. Тут просто улучшить. Реклама вылетела. Ой, тут как-то совсем грустно. Давай долбанем получше, чтобы было. Вот 60, 60, 35. Ну, пускай хотя бы так. А дальше, что у нас тут? Боевая обезьянка. А мутанта мы выбили вообще? Подожди, химерик. А где химерик мутанта? Вот еще. Окей. Замечательно. Заопупительно. Так, даже какой-то нормальный уровень. Подожди. Химерик, навык, улучшить. Так, с этим готово. Навык тоже мы здесь не улучшили. А сила-то, ребят, прибавляется. Уже 11 тысяч. Так, и давайте по порядку смотрим, да? Что-то он у нас тут 14-й, 13-й. 12-й, я даже не знаю, короче. Слушай, может это уже отложить на стрим? Я думаю, что вам и так достаточно, потому что это слишком долго. Давайте я уже сегодня на стриме поговоряюсь и вот это вот все дело добью. Ох ты ж божечки-то. Буду там ковыряться, прибавлять силу. Так, кицуне. Окей, воинственный бык. Я просто не знаю, что мне тут ролить. Хочется, чтобы все по порядочку было. Вот. Блин, ребята, давайте все-таки сейчас, сегодня попытаюсь это все быстро добить. Всякое разное навыбивать. И как-то более-менее равномерно прокачать ребят супер питомцев.
Вот, посмотрим, что из этого получится, сколько чего хватит. Так, сейчас вот тут кицуне занимаюсь. Супер питомца. Где это кицуне? Так, улучшить. Так, даже я бы вам сказал мало. Подожди, кицуне, теперь навык. Улучшить. Потому что, ну, как бы, не знаю, сегодня, может быть, я все и не успею, но как-то более-менее попытаюсь. Так, где еще кицуне? Вот, давай, мутант. Я, может, еще паролю на стриме сегодня, там, созвездие им. Может, еще добью питомцев. Но что-то как-то вот на видосе я попытаюсь все сделать. Так, навык. Улучшить. Окей, необходимо супер питомец 18 уровня. Дальше, кто у нас еще низкий? Ниже, допустим, 13. Давай, мудрая львица. Мудрая львица. А, подожди, самый низкий у нас сейчас получается... Химерик, но мы ничего не можем сделать. А так, по сути, это мудрая львица. Давай, мудрая львица. Мудрую, как говорится, львицу сейчас расчехлим. Рост, окей. А, так, берем это. Берем мудрую львицу. Вот она. И просто, как не в себя. Как не в себя, ребят, давай. Оп-о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 п
вот эту кицуне, потому что там тоже маловастенько. Давай ее немножко повыбиваем. Повыбиваем. Вообще, в принципе, всех тут можно повыбивать. Так, повыбивали. Ну и смотрим результаты. Супер питомец. Так, кицуне можем улучшить. Давай. Вот уже 15-й, вот уже 16-й, вот уже 17-й навык. Нужен 18-й уровень. Ладно. Так, мудрая львица. Здравствуйте. Здравствуйте, мудрейшая львица. Тут прям я конкретно могу прокачать. Все, нужен 23-й уровень. Морозный дракоша. Надо про морозного дракошу не забывать. Сейчас мороз... О, тут можно умения повышать. Так, морозные, дракоши, мороз... Ой, сколько тут можно всем умений сделать? Так, тут еще морозные, дракоши. Ну, посмотрим. Так, улучшить. Так. Так, здесь что? Кицуне, давай. Бац, бац, бац. И по красоте. Правда, улучшить не могу. Мудрая львица, здравствуйте. Опа, а вот и все, вот как говорится, докачался. Все, ладно, этих книжек не хватает, да, то есть, ну, с ними-то проблем нету. С ними проблем нету, у меня печенек не хватает. Вот, вот в чем проблема, книжки-то я куплю. И все, и допустим, печеньки нужны везде. Ну, я не знаю, давай попробуем вот так вот накрутить печенек. Что из этого получится? Давай рост. И просто, ну, вроде у нас ресурсы позволяют. Сейчас кого-то навыбиваем. Давай, вот такой вот роллинг. Сейчас устроим, друзья. Ну, как бы... Нет, сила определенно растет, но печеньев нужно просто немерено. И еще автокликер какой-то нужен. Так, давай хотя бы, ну, не знаю, до 2000 попробуем их повыбивать. Вот, я сейчас это вот так вот там, не знаю, пердану. Это все у вас перемотается. Так, так, ребятушки, потратил тут немножко. В принципе, а может быть вообще все потратить? Ну, потому что сколько? Вот я слил 2000 этой хероборы. Слил 2000 хероборы, сколько мне дали печеньев? Печенье в 980. Ну, как бы это вообще херня. Я, в принципе, думаю, что, наверное, можно все сливать на эти печенья. Что, как бы, других товариков у меня нету. Да, видишь, у меня тут и... Оп, тут хоп, 95, да, сразу печенье. Давайте все сливаю. Все сливаю. Может быть, конечно, я допускаю ошибку. Вы мне там потом напишите в комментариях пару ласковых. Ну, а что делать? Подожди, где у нас склад? Вот у нас склад, купить предметы. Купить предметы. О, это у нас что? Это у нас здание, можем вот эту вот штуку купить.
Ладно. Здесь это у нас за эти значки. А вот у нас книги. У нас сколько? У меня лям 700. А, кстати, сколько я могу камней пламени купить на эти деньги? 4000 только. Пипец. Ну, давай книжек напокупаем. У меня сколько? 236 книг. Ну, не покупать же вообще там на все кулаки книги. Слушай, а давай по приколу. 8000 книг, то пускай будет. Купить. Все, у меня 169 кулаков осталось. Да, вот такой вот у меня смех. И давай снова заходим сюда, в рост. Да, в рост, и просто фармим, фармим печенюхи. И вот я сейчас ролю, дороливаю последние там 500 этих сущностей, этих синих, я не знаю, как они называются, не помню, но не суть. Я заметил очень интересную вещь. Поначалу, когда вели суперпитомцев, было сложно выбить суперпитомца, если у тебя не было камней суперпитомца. А сейчас каждый второй раз, походу, падает этот суперпитомец, а не печеньки. Но вот сейчас назло начал разговаривать, как бы так не падают. Но раньше падали. Все, теперь я больше не могу. Окей, теперь заходим, и вот на все, что есть, грубо говоря, все, что можем, ребят, качаем. Так, химерика мы выбили, да? Это вот у нас новый питомец. Кстати, неплохо. Смотри, мы его подняли. Так, улучшить. Все, больше 4 уровня не могу качать. Обезьянку улучшаем. Так, умение ему не могу качать. Так, дракоша улучшается. Может быть, конечно, я и поборщил с печеньками. Сколько у меня печенек-то вышло? Да их немного. Мне даже кажется, мне не хватит всех взять и улучшить. Понимаете? 1300. Это очень быстро сейчас закончится, ребята. Вы себе даже не представляете, как быстро. Так, мудрая львица. Улучшить, улучшить, улучшить. Навык. Улучшить. Да, зато знаете, чего у меня хватит? Так это книг. Так, крокодильчик. Улучшаем, улучшаем. Так, что еще можем улучшить? Вот это улучшим. Навык. Навык не можем. Так, здесь... А, слушай, а может быть и хватит печенек? Не знаю, навык. Ничего не можем сделать. Так, кицуне, 18 уровень. А, ну, вон, 245 сразу печенек. Так, и тут цари. А, все, печеньки закончились. Ну, хоть стой, хоть падай. Где и как мне их выстроить? То есть, ну, за питомцев, конечно, по силе дают очень хорошо. Да, но извини меня, как бы это сколько нужно ресурсов, да, то есть эти печеньки закончатся, не печеньки, так у тебя что-то другое закончится. Вот теперь, ребята, на этом точно все, я все-таки вот добил, и жду вас сегодня на стриме с поздравлениями, елки-палки, 1 000 000 силы, 13 тысяч, почти 14 тысяч силы, прям на все деньги. Давайте маленький бонус, кто досмотрел до конца. Вот, пишите в комментариях, вы отгадали, не отгадали. Давай попробуем, а вдруг сейчас на халяву кого-то выбьем. Это, ну, это вряд ли, конечно. Триант, Валентина. Я уже думал, там мастер рун. Повелитель бури. Да, до 17 тысяч. Все. Так, смотри. Короче, вообще шикарно. Огромнейшее спасибо всем за поддержку. Спасибо большое, кто реально смотрел до конца, кто поставил лайк, там, гадал в комментариях. Я сам в шоке. Я бы не отгадал, что у меня будет 1 013 000 силы. Просто сегодня потратил весь вечер. Для вас это пройдет за 30 минут, а может быть даже меньше. Смотря, что я там вырежу. И как бы и набил сколько, 50 где-то тысяч силы. Да, где-то 50 тысяч силы, даже чуть больше. Всех целую в попу, всем пока.